Существенно снизили долговую нагрузку. Ульяновский Минфин завершил 2023 год с хорошими результатами. С этого начал разговор глава региона Алексей Русских с министром финансов Ульяновской области Натальей Брюхановой. Я хочу поблагодарить в вашем лице, и вас лично, и в вашем лице Министерство финансов Ульяновской области. По итогам 2023 года показали, я считаю, отличные результаты. Более чем на 20% рост доходов бюджета. Дополнительные средства были направлены на реализацию социальных проектов. За 2023 год объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета составил более 84 миллиардов рублей. Это на 18% больше уровня 2022 года. Наибольший вклад по абсолютному приросту внес налог на прибыль организации, который продемонстрировал рекордный за последние годы объем поступлений – почти на 46%. Ключевое у нас темпы роста собственных доходов стали превышать темпы роста собственных расходов в той пропорции, именно которая позволила удержать государственный долг без роста. Рост произошел только на основании инфраструктурного меню. И что это нам даст? Это, конечно же, нам даст, во-первых, доступ к инфраструктурному меню, который предлагается правительством по поручению президента. В этом году продолжится развитие проекта поддержки местных инициатив. По поручению губернатора из областного бюджета были направлены дополнительные средства. Общая сумма проектов составит почти 243 миллиона рублей. Планы работы озвучила и министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова. Министр отметила, что практически все профильные учреждения превысили доходы на 30%, то есть стали зарабатывать больше. В этом году на реализацию национального проекта «Культура» заложено 526 миллионов рублей. На эту сумму планируется построить здание Унтровского палеонтологического музея и отремонтировать здание детской школы искусств номер 12 в Ульяновске. Отремонтируем два сельских клуба, один в селе Языково-Корсунского района и в селе Выры Майского района. Подготовим ПСД, завершим прохождение государственной экспертизы на строительство нового дома культуры в рабочем поселке Новая Майна Меликесского района. Создадим модельную библиотеку в Новоселках Меликесского района. В этом году в Ульяновске откроют театр юного зрителя, а в селе Шиловка – дом культуры. В Кузоватовском районе появится автоклуб, который будет развлекать жителей дальних сел. Средства заложены также на закупку нового оборудования в школы искусств, театры и колледж культуры и искусства. Запланировано проведение множество мероприятий. В том числе регион отметит 225-летие Александра Сергеевича Пушкина. В честь открытия ТЮЗа пройдет фестиваль семейных спектаклей «Вместе». А в мае в регионе впервые пройдет фестиваль форума Российской недели креативной музыки. Анна Тищенко, Улправда ТВ.